августе 2012 года в Усть-Большерецком районе Камчатского края на берегу протоки Косоева прошел Камчатский краевой фестиваль «Сохраним лососей вместе». Такой фестиваль на Камчатке прошел впервые. Мы расскажем об этих днях, насыщенных спортивными соревнованиями и выступлениями творческих коллективов, украшенных сотнями улыбок и дружеским общением. А еще мы расскажем о том, что послужило поводом для проведения этого праздника и о той большой работе, которая ему предшествовала. Река Большая – самая доступная из всех крупных лососевых рек Камчатки. Она протекает в южной, густонаселенной части полуострова. Это сделало ее самой привлекательной для массового браконьерства рекой. Разграбление реки, невероятное по своим масштабам уничтожение лососей, было спровоцировано коррупционными силами Камчатки, так называемой рыбной мафией. Реку-кормилицу, реку как источник благосостояния местных жителей, убивали беззастенчиво и настойчиво. Несмотря на мощное противодействие, по распоряжению главы администрации Усть-Большерецкого района Игоря Леонидовича Бондаря, 19 января 2011 года был создан общественный совет «Сохраним лососей вместе». Целью этого общественного совета стало спасение реки и восстановление ее рыбного стада. Всеобщими усилиями сегодня мы пытаемся навести порядок на себя в районе. Мы президенту жалуемся, вот батюшка, помоги нам. Он ничего не поможет, пока мы здесь на месте с нашим губернатором не возьмем и не трудоустроим население. Вот тогда мы забудем и будем сохранять лосось вместе. Мне 80 лет. Да. Я проживаю в Усть-Большерецке. Да. Родилась здесь. Да. Куда мне, какой категории отнести? Малочисленным народом севера или старожилы. Я никакими годами не пользуюсь. Вот вы знаете, я скажу одно, да, вот завтра сюда приедет весь Петропавловск-Камчатский. Подожди, Петропавловск-Камчатский весь будет здесь осуществлять свои права на личное потребление. И в реке не останется рыбы через пару лет, это воззрение. Потом мы, значит, переедем в Мельковский район с вами вместе, да? Потом в Быстринский. Пока не останется рыбы нигде, вы это предлагаете нам все? Если живет на реках, живет рядом с водой и пропускает через себя наше богатство рыбное, наверное, имеет право и пользоваться ей. К поискам решений этих проблем совет привлек ученых, специалистов, рыбопромышленников и местных жителей. Использовались также и такие непопулярные меры, как запреты и ограничения. В рамках программы по спасению реки и было принято решение о проведении фестиваля «Сохраним лососей вместе». В концепции фестиваля определена его главная цель – привлечение внимания широкой российской и мировой общественности к проблеме сохранения и рационального использования тихоокеанских лососей, воспроизводящихся в камчатских реках, являющихся великими лососевыми реками планеты, национальным богатством России и природным наследием всего человечества. Смысл этого фестиваля в объединении тех, для кого любовь к своей малой родине – не пустой звук. В объединении людей, неравнодушных, имеющих активную жизненную позицию. Выносим на обсуждение вопрос о том, чтобы выразить общественное недоверие к Усть-Большерецкому отделу ФАР вместе со всем его составом, со всеми его сотрудниками. Голосуем всякий. Прошу голосовать.
Значит, почему мы его создали? Как раз для того, чтобы поднять вопросы спасения реки Большой. Это действительно одна из самых крупнейших лососевых рек в мире, которая были, некогда была самой богатой рекой, наверное, все лососевые породы. Вот мы начали сегодня работу по тому же фестивалю. Он же нужен не ради того, чтобы три дня повеселиться, попеть в ладоши, там, поиграть, потанцевать или чего-то. Фестиваль как итог подведения, итога вообще работы, то, что сегодня сделано за полтора года. Красная книга наша, я помню, когда в детстве, в школе, она была такая маленькая-маленькая. На сегодняшний день она уже растет. Она вот такая, понимаете, она растет с каждым годом. Это красная книга, и это очень печально. Поэтому вот я так думаю, что вот этот рост надо остановить. Чтобы была лосось, был медведь, была рысь, там, ну, были все, была растительность какая-то. Идея проведения фестиваля была поддержана губернатором Камчатского края Владимиром Ивановичем Илюхиным, и фестивалю был присвоен статус краевого. В период подготовки к основному мероприятию были проведены заседания Открытого общественного совета «Сохраним лососей вместе», эколого-краеведческие чтения имени камчатских просветителей Логиновых-Лонгиновых, тематические встречи. Государственные учреждения и негосударственные учреждения имеют... Поэтому я возвращаюсь к теме наших чтений. И прошу, чтобы Виктория Зиновна как раз и акцентировала внимание на том, как в Мильково они начали решать и решают вот этот очень важный вопрос о том, что, по крайней мере, по определению статуса КМНС. А теперь собираем по крохам, что осталось от прежних времен. Кто мы были в далеком том прошлом? Из каких же мы с вами племен? Нас забыть заставляли упорно свой язык и свои обряды, делать кротко все и не спорить с насаждением новых порядков. Наряду со взрослыми в подготовке фестиваля принимали участие и школьники. Люди, что вы делаете? Зачем вы берете икры? Много, очень много. Все равно вы сами ее не едите, а вы продаете ее далеко, чужим людям. А у нас рыбы все меньше и меньше становится, и вдруг скоро ее совсем не станет. Опомнитесь, люди! И вот на благоустроенной организаторами площадке некогда заболоченного и захламленного берега протоки Косоева собралось множество народа. Среди жителей района можно было увидеть гостей из краевого центра, из других районов Камчатки и регионов России, представителей Камчатской епархии и международных природоохранных организаций. Открыли фестиваль председатель общественного совета «Сохраним лососей вместе» Василий Николаевич Мишин, исполняющий обязанности министра спорта и туризма Камчатского края Андрей Борисович Иванов и глава администрации района Игорь Леонидович Бондарь. Может быть, даже так скажу, поклониться нашей главной рыбке, которая нас кормит. Мы живем у реки, мы кормимся этой рекой, и мы должны ее сохранять. За нами будущее. И наша задача спасти реку Большую будет выполнена вместе с вами, дорогие жители. А сейчас разрешите мне на правах председателя комитета фестиваля объявить первый камчатский фестиваль «Сохраним лосося вместе» открытым. Президент Камчатского регионального общественного фонда «Сохраним лососей вместе», один из главных идеологов этого фестиваля, Сергей Иванович Вахрин вручил знаки общественного признания, настольные медали хранителю лососей, активным членам совета и руководителям организаций, внесших наибольший вклад в общее дело и, в частности, в организацию этого фестиваля. Какая душа у человека, так он и поступает. Если он чист, добр, то он и вокруг себя творит добро и старается, чтобы вокруг было
чисто и ухожено. И даже земля, и даже растения, и бессловесные животные. Архиепископ Петропавловский и Камчатский Артемий вручил премию имени камчатских просветителей и священнослужителей Логиновых-Лонгиновых, присужденную Абрамовой Елене Павловне, ее мужу Евгению Юрьевичу Абрамову. Пожаловала к нам издалека большая государыня река. До позднего вечера участники и гости фестиваля наслаждались концертной программой, составленной из номеров камчатских творческих коллективов. Давай гуляй, казак, играй, казак, судьевой, да наливай, казак, на песни мой. Этим же вечером состоялась жеребьевка рыболовов спортсменов на предстоящие соревнования. Утро второго дня фестиваля было пасмурным. Временами накрапывал мелкий дождь. Самая подходящая погода для рыбалки, утверждали опытные рыболовы. Они неспешно, без суеты, готовились к отплытию на свои участки. Были среди спортсменов и женщины, и юные рыболовы. Кроме камчатских, в соревнованиях принимали участие и спиннингисты из Амурской области, Республики Коми, острова Сахалин и США. В судейской бригаде, которую возглавил председатель Краевой федерации по рыболовному спорту Андрей Витальевич Пятко, в качестве почетных судей были чемпион мира по нахлыстовой рыбалке, директор дальневосточной программы «Центр дикого лосося» Мариуш Вороблевский и чемпион России по ловле рыбы спиннингом Анатолий Григорьевич Козырь. Всех соревнующихся и судей развозят по участкам. Каждый спиннингист занимает свой сектор. Звучит свисток, и соревнования по ловле кижуча спиннингом с берега начинаются. Кто бы мог подумать, что первый кижуч будет пойман в первую же минуту соревнований. Ловля проводится по принципу «поймал – отпусти». Но сначала бдительные судьи рыбы взвешивают и показания вносят в протокол. Вес самого большого трофея составил около 5 килограммов. Вечером участникам и зрителям фестиваля предлагают свою программу представители жанра авторской песни. И я думаю, их ждет большое будущее. Прошу. Над фестивальной поляной звучат песни, и тепло принимаются как выступления юных артистов, так и тех, кто посвятил бардовской песне десятки лет. Третий день фестиваля открылся гонками на моторных лодках, которые прошли в лимане реки Большая, вблизи поселка Октябрьский.
Соревнования были разделены на номинации, в которых были оговорены конструкции лодок и сила их моторов. Этот вид соревнований оказался очень зрелищным и прошел при большом стечении зрителей. Поддерживаем зрителей, поддерживаем зрителей. Главное событие этого дня – вручение наград чемпионам рыболовного спорта и участникам гонок на моторных лодках. Уважаемые участники и гости фестиваля, 2 дня пролетело очень быстро, и те успехи, которые действительно произошли во время этого фестиваля, сегодня будут выражены в наградах. Вручаются символические награды командам и участникам, занявшим 2-е и 3-е места, «Рыба в сетке». Это символ фестиваля. Рыба в сетке у настоящих спортсменов может быть только в виде награды. Настоящий рыбак может и должен выходить на ловлю лосося только со спиннинга. Гран-при получает команда хозяев фестиваля «Дома рыбака Амто». Абсолютным чемпионом становится также представитель этой команды Сергей Осадчий. Его рекорд – 10 кижучий. Представитель команды «Ветеран». Вот эти вот дедушки наши, они таскают самых больших рыб. Дорогие друзья, мы сегодня проводили гонку на моторных лодках. Все разрешите мне вручить заслуженные награды. Первое место в абсолютной гонке Григорьев Роман Игоревич. Пусть Бочарев. Закрытие чего-либо, прощание, это всегда грустно. Но не таким было закрытие фестиваля «Сохраним лососей вместе». Награждение победителей, разнообразная концертная программа, прощание с рекой, спуск фестивального флага давали уверенность в том, что все это еще повторится. Повторится и будет лучше. Все то доброе и светлое, что уже внесли в фестиваль его организаторы, участники соревнований и зрители, никуда не денется, а наоборот, выльется в широкое общественное движение по восстановлению и сохранению запасов великой лососевой реки Большой. Ведь только вместе мы сможем сохранить наше национальное богатство, являющееся природным наследием всего человечества. И на прощание еще раз звучит гимн лососю, написанный специально для фестиваля «Сохраним лососей вместе». Где ручьи начинают свой бег, где пульсирует кровь родников, у истоков таинственных рек, колыбель лососевых маляков. В заповедном глухом уголке в перекатах снует мало дня, он, скатившись, уйдет
в океан по реке, он услышит велительный знак. Куст листок реки бросил ягод гроздь, и она его дар приняла. Серебром заиграл, заспешила сось, задышала река, ожила. Нагулялся лосось по морям, только памятью детства влеком. Он вернется к знакомым устьям и найдет свой родительский дом. Жадный берег давно его ждет, а в реке ходит невод пустой. Но лосось сквозь кордоны и сети уйдет за своею последней мечтой. Гуд в исток реки бросил ягод гроздь, и она его дар приняла. Серебром заиграл, заспешила сось, задышала река, ожила. Заспешила сос, задышала река, ожила.